Бабах! На, получи! Ничего себе, один свин вечно какой-то мелкий остается. Ну, давай! Давай, давай! Падай! Отлично! Транс, давай! Бабах! Круто! Ну! Бабах! Всем привет, ребята! Это канал Game Movies. И сегодня мы продолжаем мочить свиней. Уровень 15, уровень босса, погнали! Давай, загружайся, что ты так долго? Так, появились их домики, свиньи повылупливались, и прилетел босс на своем дирижабле. Король свиней. Так, чем бомбануть? Бомбанем вот этим вот редом, прямо в глаз ему сейчас. Бабах, на, получи, свинь ты, жирный. Даже не упал. Ничего себе он. Офигеть. Так, я думаю, сделаем хитро. Возьмем Тренсом. В то строение бомбанем. Долети, давай. Так. Бабах! И бочки. Так. Ну что ты, босс, один остался, да? Сейчас тебе Чак врежет. Бабах! В бочку давай. Не, что-то она не взорвалась. Да сколько же у него жизней? Так, я даже не знаю, как. Что делать? Попаду, не попаду. Ну, давай. Бабах! О, попал! Так, счет 116 тысяч. Нормально, погнали дальше. Так, не будем покупать. Нам пока не надо ничего. Мы и так проходим. Так, нравится игра? Ну, мне нравится, но я отзыв потом оставлю. Так, что там у нас? Виноград, Ньюсвинск. Кто вообще такие названия придумывает? Ладно. Уровень 16. Играем. Выбери заклинание. Да без заклинаний справимся, я думаю. Тут пока что уровни легкие, я надеюсь, дальше посложнее что-нибудь будет. А пока что моя любимая птичкой. Бабах! И все. Да что за легкотня какая-то, мне кажется. Так, ну и вот домики. И бомбану бомбам. Вот сюда прям как раз ракета, наверное, запустится. Бабах! Да, ракета куда-то не в ту сторону улетела. Ничего себе, один свин вечно какой-то мелкий остается. Надо его сейчас тяжелой артиллерией бомбануть. Прямое попадание. Отлично. О, уже 332 тысячи. Уровень 17. Играть. Так, ну что, Чак, раз ты у нас тут выбран, давай тебя в ведро вот это вот прямо пульнем. Бабах! Что-то не рухнуло ничего совсем. Крепкое такое, да? Ладно, раз крепкое, будем использовать самого жирдяя такого. Бабах, давай! Пробивной насквозь. И один свинтус выжил. Ну как они вообще? Вон туда сейчас пульну. Так, давай, долети только. Ну. Ну как он так летает? Ладно, бомб, ну ты-то. Покажи им где. Круто.
эти семенники постоянно создаются и создаются, а я их постоянно разрушаю и разрушаю. Бабах! Так, ты чё там за муро... Смотрите, он там. Ну, давай, 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 падай! Отлично! Так, выбираем вторую. Чё у нас тут сказочная шляпа? Кристаллов у меня 5 штук, готово. Так, у нас следующий уровень 18. Играть, погнали, посмотрим, что там у нас. А давайте уточек возьмем. Набери требуемый счет. 155 тысяч. Мне нужно набрать 155 тысяч. Так. Сейчас этот... Транс, давай, бабах! Круто, крутяк. Еще и ракета взорвала тут. Уже больше, уже 170 тысяч. А надо было 155 набрать. Круто, круто, круто. Так, что там у нас на 19-м? Когда у нас босс будет? А, босс на 22-м. А потом после 22-го уровня можно будет новую птичку открыть. Ладно, давайте пока 19-й. По порядку все. Тем более они не открыты пока что. Новые уровни. Так, без заклинания. Справляемся пока что. Так, кто тут? Не забывай использовать способности птиц. Окей, окей. Так, ну давай. Ред. Хотя Ред какой-то не очень сильный, мне кажется. Но вот иногда высокие строения он конкретно рушит. Вот и сейчас. Слушайте, создаются и создаются свиньи постоянно. Они какие-то... заклинания произносят, наверное. Так. Кем-кем-кем. Терренсом. Чтобы сразу... Может быть, я сделаю так, чтобы одним Терренсом сразу три вот эти постройки снести, если вот так вот стрельну. Сейчас посмотрим. Так. Так, давайте. Нет, и тут даже еще одна свинья затихарилась. Видите, какая? Даже не знаю. Этих, я думаю, собью быстренько. А вон в ту будет посложнее попасть. В ту придется стрелять бомбом. Вот где-то вот так. Так. Бабах! $493 000. Круто. Так, загрузка, и у нас сундучок по дороге. Заклинание острый перец. Ага, заклинание острый перец. Ну давайте на 20 уровень. Заскочим. Выбери заклинание. Надо посмотреть, что это за острый перец такой. Интересно же. Что? Что? Один свинюк. Ну, вообще-то обучение у нас. Ого, он прям самонаводящийся какой-то. Просто одного свиняка уничтожает.
Так. Ну, в таком случае, я думаю, стоит бомбануть жирной птичкой. Птичкой пожирнее. Блин, ну как они так выживают в этих квадратах? Ё-моё. Давай, Чак, бах! Так, новый рекорд 371 тысяча. Так, так, так. 21-й, а потом босс и новая птичка. Так, 21-й уровень, погнали. Загрузка у нас что-то долговатая. Так, ну давайте перчик возьмем, посмотрим. Может получится так, что он нам пригодится. А пока что сделаем бомб. Так, а он так через дома не пролетает. О, все понятно. Все понятно, ребята. Попробую вот так сделать. Давай, ну. Бабах! О, блин. Прям снайперский выстрел. Какая-то пушка тут на присосках. Может, если в нее стрельнуть, она сработает? Сейчас посмотрим. Давай, Ред, бабах! Ну, стреляй, чё ты? Куда она улетела? Ничего не случилось. О, прям по башке ему, видели? Так, так. Давай. Покажи им, где раки зимуют. Бабах! Прям птички-уничтожители. Все время Терренс. У нас он... прям в бой идет первым всегда. Ну правильно, потому что он жирный, сразу всех сносит. Чё им? Так, дальше. Так, и теперь у нас 22 уровень. Уровень с боссом. Погнали, посмотрим. Может, в него перчиком запулить? Вот он приехал, все время яйца ворует. Нет, перчиком я не запулю в него. Перчика тут нету. О, у меня есть идея, сейчас я возьму Терренса, вот так вот в него попаду. Он попадет на этот вентилятор, полетит вверх. И разрушит вот эту вот верхнюю штуковину. Сейчас посмотрим. Так. Интересно, попаду в него так вот? Наверное, попаду. Давайте посмотрим, что тут. Так. Давай. Только в вентилятор он почему-то не попал. Не, попал, смотрите. Да, как и задумано. Так, давай, подталкиваю. Ну. Совсем чуть-чуть хп осталось у него, прям 1%, можно сказать, или 2. Ну ладно, сейчас его там сверху деревяшки добьют. Бабах! Все, босс повержен. Замочил босса. $125 000. Ну, босс, пока-пока. И теперь у нас ключик. Берем ключик и открываем новую птичку. Так, у нас тут... вот это белое, синий злобный. Так, ну может быть, давайте вот эту вот откроем белую.
Так, посмотрим, на что эта птичка способна. Так, сейчас мы обучаемся управляться этой птичкой. Так, нам тут показывают, куда нужно ей пулять. Вот сюда. Пиу! Коснись экрана, и Матильда активирует свою способность. Ну, давай, Матильда. О, она... Она яичко снесла? Ничего себе! Вы только видели это. Матильда, оказывается, яйца умеет нести. Прям в полете. Ну, это, блин, просто супергерл какая-то. Супердевочка. Ну все, ребята. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока. Скоро новое видео.